Еще раз, друзья, у нас в гостях ансамбль «Сакс Бэнд», Красноярский «Сакс Бэнд», и Юлия Баранова, руководитель этого ансамбля. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо огромное за такую мелодию. Сегодня утром вы нас взбодрили, хотя до этого мы засыпали, абсолютно откровенно, можно сказать. Но такие тайны за кулисы, а теперь давайте уже про ваше творчество. Расскажите, как родился-то ваш коллектив? Мы знаем, что начиналось все с трио, а теперь такая джаз-банда находится у нас в студии. Да, у меня сначала было трио, это вот Витя, Саша и Никита, которые у меня самые взрослые парни. А сначала были они, потом подросли, следующее поколение подросли, ребятки. И мы решили создать такой вот оркестр, пригласили барабанщика, пригласили бас-гитару. Вот, и у нас теперь вот такой вот оркестр. Скажите, поколения подрастают, это вы младших братьев приводите в коллектив? Или нет? Просто дети в школу приходят, мы все учимся в школе, это все мои ученики, это весь мой класс. Ну, не совсем весь, у меня там еще есть первый класс, которых мы в следующем году к вам приведем, да. Так, так, поняли мы. А сколько у вас в ансамбле саксофонистов? Вообще 12 человек саксофонистов, да. Ну да, это уже, наверное, оркестр. Оркестр, да, у нас. Скажите, но джаз — это такая серьезная музыка, интеллектуальная. Многие считают, что джаз вообще не для того, чтобы дети его исполняли. Почему именно дети исполняют джаз в Красноярске? Ну, как вы совершенно правильно заметили, джаз — это интеллектуальная музыка, и мы хотим интеллектуально развиваться. Некоторые уже даже сделали успехи в этом направлении. Мы сейчас собираемся ехать на джазовый конкурс в Иркутск. Это очень серьезный конкурс, международный джазовый конкурс, фестиваль под патронатом народного артиста России Бутмана. Это очень известный российский саксофонист. Мы знаем, конечно. Вот. И там был, во-первых, кастинг по видеозаписям. Из 130 заявок только 30 приняли на второй тур. Вот мы в числе этих 30. Уже счастливчиков. Да, уже счастливчиков. Да, и мы были бы рады поехать туда, но будем рады, я надеюсь, и поедем. И Бутман будет давать мастер-классы, и мы еще сделаем... Я думаю, шаг. Отточите мастерство. Отточим, да. Самому юному участнику коллектива сколько? Боря, сколько тебе? 12, да? 12. Замечательно. А есть какой-то верхний тогда уже предел, после которого, да, ну вот достижение на определенного пенсию возраста, да, отправляете на пенсию из своего коллектива? Ну, у нас пока все молодые. Пока все молодые, все пока только, все, да, играйте, ребята, и наслаждайтесь музыкой, да, и всем, что вы делаете. 17 лет там некоторым только исполнилось. Скажите, недавно. А какую-то новую программу вы готовите музыкальную? Да, вот мы сейчас для вас сыграли пьесу, которая называется «Тедди за тот». Это из репертуара Кантабейси оркестра. И еще мы одну выучили пьесу новую, которая называется «Синг-синг», «Пой-пой». Это очень известный джазовый стандарт. Угу. А Бутману что-то особое будете показывать или все то, что обычно играете? Ну вот эти две композиции, и у нас еще там есть программа с певицами.
Певицы откуда появились, тоже рассказывайте. Певицы у нас уже в школе учатся, так что если... Все, далеко не надо. Да, далеко не надо ходить. Коломенская 27 всегда вас ждет. Хотелось бы узнать, все-таки игра на саксофоне требует легких развитых. Как вот развивают ваши ученики? Легкие развивают, занимаются на саксофоне. Само собой, да, как-то получается. Вот видите, все здоровые, цветущие, прекрасные парни. Наверное, все-таки... Как раз благодарю игре на саксофоне. И бережете иммунитет им все-таки. Болеть конечно, им точно нельзя. Болеть нельзя, в компьютере сидеть нельзя, пиво пить нельзя. Можно только заниматься. Сладкое есть нельзя, газировку нельзя. Надо играть. Вот это да. Вот спрашивают наши телезрители, как похудеть. Вступайте, просто записывайтесь в какой-то ансамбль, в какой-то оркестр. Все, абсолютно много чего нельзя, много ограничений, и тогда точно фигура будет в порядке. Еще и легкие будут хорошо развиты. Ни газировки, ни сладости. Развиты не только легкие, но и мозги. Ну и мозги, конечно. Да, поэтому... А хотелось бы еще вас послушать. Говорить, конечно, можно о джазе долго. Давайте все-таки очередную композицию послушаем. Что это будет? Это будет известная джазовая композиция, джазовый стандарт. Она называется «Синг-синг-синг». Пой-пой-пой. Представьте, что я Бутман. Сыграйте так, как хотели бы сыграть свой лучший вариант. Да. Ну и поехали. Да, мы уже вами. Заплясали. Юлия, просто. Подойдите к нам, мы хотим вас еще раз представить для наших телезрителей. Это Юлия Баранова, руководитель ансамбля, который у нас в гостях, красноярский сакс-бенд. Спасибо большое, что вы пришли к нам, что зарядили нас зажигательными мелодиями. Мы будем танцевать и слушать джаз.